опять свои славные КВНовские партизанские традиции привезли к нам на эту сцену. Итак, команда КВН 7П, встречайте! Мы из Партизанска, и сразу, чтобы вы понимали, что такое Партизанск. Вот если Приморский край — это лицо красивой девушки, то Партизанск — это усики. Кстати, ребят, давно в Партизанске были? Ну вот я недавно там был, там говорят, мэр на третий срок пошел. Вот не сидится человеку на воле, да? Это, кстати, Руслан. Руслан очень верующий человек. Он исповедует дебилизм. Алкоголик и вонючка. А вместе мы... Я, подожди, а почему ты только Влада представила, про нас ничего не сказал? Мы вообще-то чемпионы высшей лиги, и не один раз. А сколько? Ноль. Понятно. Кстати, Люха, тема есть манная. Для чего? Для тебя, братан. Купи слона. Ты что, издеваешься? Вот это вот детская фигня? Все говорят, что издеваешься, вот это вот детская фигня, а ты купи слона. Я понял. Все говорят, я понял, и вот этот понял, а ты купи слона. Мы перебили, видимо, невидимо любителей, теперь я не в обиде, далеко не наебите. Это Витя, не дубак, и не бедите. Но меня не переубедите, буду правду говорить я. Не перегорю, буду бы Фитиль. Витя, переберите хоть все эпитеты, но как не будете быть, наебите, судьба убить тебя, так и выйдет. Все так говорят, купи слона. Ладно, видимо, так ничего не получится, давайте поменяем тюром. Команда говорит всем бай, как говорит наш мэр, туру-дум-дум-дуру-дуру-дуру! Нам кажется, каждый маляр начинает красить стену именно так. Короче, сейчас я вам покажу, что делать, если на вас напали спереди. Чёрт-за! Чёрт-за! Наверное, все увидели людей, работа которых заключается только в том, чтобы просто стоять и толкать лёд. Итак, представьте, три таких работника заскучали. Город с проверкой очень скоро приезжает Владимир Владимирович Путин. Да хоть он Путин, ё-мо! У электриков очень скучная и нудная работа, но некоторые из них не унывают. Кто-то третий месяц не платит за свет. Выкл. Да-да, говорите адрес. Плеханова, 94. Это ЖЭК, да? Да, ЖЭК. А, это ЖЭК. Слушайте, а что у вас там болит? Сердце болит. Сердце болит. А вы не думали, может, проблема у вас? Может, вы кого-то обидели? Вы вообще уверены, что она у вас есть? Конечно, есть, но же у меня болит. Ладно, хорошо, давайте я вас умешу. Говорите фамилию. Ли. Как? Ли. Как? Ли. Как? Ли. Господи, да что за фамилия? Можно по буквам? Л-И. Так, Л-И. И. 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 Что И? Вы что, издеваетесь? Буква такая И, же. Вы что, не могли сразу сказать, я это уже бланк испортил, а сейчас я за бланком скажу в Новгород. Какой Новгород?
хотелось бы словами Канта. «Не зная дна, несуйся в воду. Храни друзей, цени свободу». Я Канта сказал, да? Кента, словами Кента, конечно. С вами была команда КВН-7Б. Спасибо.